Всем привет! На работе снимал ролик, телефон был закреплен на селфи-палку. Я ее прикручивал на саморезы. Это очень неудобно. Переносить с места на место и прикручивать занимает много времени. И решил, нужна тренога. Под руками была арматура и кусок пластиковой трубы. В нее плотно подходила как раз эта селфи-палка. Сварил треногу, надел сверху пластиковую трубу, воткнул туда селфи-палку. Получилась у нас вот такая тренога. Она тяжеленькая и хорошо втыкается в землю. Удобно переносить с одного положения на другое. И стало на самом деле очень занимать мало времени. И эта палка еще поднимается вверх, свою функцию выполняет, тренога держит. Взял домой, покрасил, получилось вот так. Теперь стало удобно делать ролики, фотографироваться, переносить с места на место и снова фотографировать. На ветер она получилась очень устойчивая. Я думаю, теперь это незаменимая вещь в нашем доме. Ее можно поставить возле бассейна, снимать, как ты купаешься. Девушке нет сложности самой перенести и воткнуть, куда ей нужно. И для улицы такая тренога будет очень удобная. С ней очень легко работать, и она очень легко переставляется. Ставь класс, пока-пока.